4 июня в Тверской области от истока Волги по Осташковым стартовал 23-й Волжский крестный ход. Масштабное событие для православных верующих Верхневолжья и других регионов страны. В этом году Волжский крестный ход посвящен 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новаторского и 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фадея, архиепископа Тверского. Участие в событии приняли представители духовенства, православные верующие, жители, гости Тверского региона. Подробности прямо сейчас. Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и туристов. По традиции, крестный ход начался с литургии в Спасо-Преображенском соборе в деревне Волга-Верховье, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем его участники проследовали к истоку Волги, где прошел чин освящения воды. Сегодня мы освятили воды того ручейка, с которого начинается огромная река, которая символизирует собой всю нашу русскую землю, которая в какой-то степени является визитной карточкой русской земли. Человек призван Богом к тому, чтобы, наблюдая за творением Божьим, учиться тому, что делает Творец. Поэтому и наши с вами крестные ходы имеют собою главную цель – объединить всех людей. В этом году Волжский крестный ход пройдет от деревни Сосница Осташковского городского округа по Ниловой пустыне Осташкову Пена. Далее по Селижаровскому муниципальному округу, затем участники отправятся в Оржев, Зубцов, село Погорелое городище Зубцовского района. После маршрут будет проходить по Старице, село Медное Калининского района и Торжку. Также паломники побывают в Твери, деревне Орша Калининского района, селе Городня Конаковского района, в Конакове, Дубне Московской области, Кимрах, поселке Белый городок Кимрского района и Кашинского. Всем участникам Волжского крестного хода я бы хотел пожелать, чтобы та крепость духа, которую дарит нам ежегодно исток Волги, дарит нам ежегодно эти места, от которых начинается наша русская цивилизация, сохранился с вами на протяжении всего года. И мы снова в следующем году увиделись с вами здесь. С праздником! История Волжского крестного хода берет начало с 1999 года. Тогда, в преддверии 21 века, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, от истока Волги начался крестный ход по водам трех великих рек – Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока Волги и начало Волжского крестного хода были объединены в один праздник. Спустя многие годы сотни паломников продолжают приезжать к истоку Волги и принимать участие в крестном ходе. Сегодня у меня замечательный день, потому что настроение, все, что хотелось увидеть, испытать, получилось. Я очень давно мечтала попасть сюда, в Волговский монастырь. Мы приехали с замечательного острова, который находится на Селигере, остров Городомля. Завершится крестный ход 23 июня в Калязине, где пройдет литургия в Вознесенском соборе и торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому.